Принимать звонки ведомство стало с начала июля. Обращались в основном жители Барнаула, Новоалтайска, Павловского и Первомайского районов. Они жаловались на качество сезонных ягод, овощей и фруктов, а также интересовались правилами подачи претензий после покупки испорченных продуктов. Всего обратилось порядка 30 жителей края. Впрочем, звонить на сезонную горячую линию Роспотребнадзора можно до конца июля. В преддверии нового учебного года ведомство начнет принимать вопросы и жалобы на качество канцелярских товаров. Единый телефон горячей линии вы видите сейчас на своих экранах.